Так, сейчас попробуем собрать игрушки для Печкина. На самом деле это сейчас не так уж и просто, как раньше было. Так, ну сначала газировочки хрякнем. Вишневым сиропом. Стакана дадим. Ладно, пойдемте. Печкин вот тут стоит. Давай задание. Почему труднее стало? Потому что раньше, так, собрать 4 игрушки надо. Раньше они все 4 были вот в этой деревне, в известных местах, там, в 4 чемоданах. Идешь и все. А теперь чемоданов стало больше, и они рандомно, игрушки, в них появляются. Но я, во-первых, не знаю все эти места, где эти чемоданы. А во-вторых, такой баг есть, они не берутся, эти игрушки. Бывает, подойдешь к чемодану и взять не можешь, не срабатывает взаимодействие. Приходится перезаходить. Вот первый чемодан. Перезаходить, а при перезаходе они заново распределяются по новым местам. Опять их искать нужно. Когда такой баг, иногда помогает замочить моба какой-нибудь поблизости, и тогда можно взять игрушку. Но не всегда. Раньше помогало, не знаю как. Сейчас посмотрим. Так, вот тут второй чемодан. Вот. Ну, поднялся. Мишка. Сработало. Ну, часто не срабатывает. Так, третий чемодан. Вот надо сюда зайти, тут чай респается, ну вроде бы как. В таких ящиках бутылочка, банка, чая нет. Чай понадобится для гурмана. Кресту. Так, третий чемодан. Ищем. Ну, не ищем, проверяем. Я знаю, где. Вот здесь. Ну, вот, пусто. Идем дальше. Еще 2 чемодана в парке есть и 4 в садике, где орды паучков носятся. Вот там сложнее всего. Ну, тут-то домовые, они вообще не агрессивные, считай. Тут просто все. А вот в садике эти паучки, особенно если никого нет на сервере, там никто их не фармит. Так, есть. Вот, видите, не берется. Ну, надо было вот сначала попробовать взять. А если бы не взялось, то убить этих леших. Тогда, возможно, бы сработало. Ну, давайте попробуем. Может, крыса какая есть поблизости. Ну, собак можно завалить. Попытаться так. Ну, не знаю, они как бы не поблизости. Да что вы прям идите под яйца лезете? Животные. Так, давайте еще вот это последнее. Ну попробуем. Так. Показалось какой-то ящик там.
Нет, не берется. Ну вот, а перезаход, это все. Пропадет отсюда игрушка, и опять есть. Так, есть. Ну. Сейчас, возможно, сработает. Нет, хрен там. Ну, пусть нет. Раньше работало. Сейчас. Так, вон там еще крыса бегает какая-то. Ну-ка. Вот она. Стой. Еще и не с одной пули убивается, ни с одного патрона. Нет, не берется, бесполезно. Ладно, пойдемте дальше, поищем. Буду знать просто, что здесь еще чемодан, возможно, сработает. Да, вот этот баг крайне неприятный. Особенно, когда он вот в этом садике, где эти паучки мерзкие. И не можешь подобрать. Вообще жопа. Багов вообще полно в игре, но тем не менее играть можно. Игра не оптимизирована совершенно, нужен хороший компьютер, вот у меня слабенький, вот видите как тормоза резать. Ну вот если без бандикама, то еще более-менее играбельно. Вот опять же, вот зря я их убил. Надо было, когда проверю чемодан. Вот один на парапете лежит. Ну вот говорю, зря. Все не берется. Нужно выходить из игры. А так не хочется. Попробуем вот этих убить. Ну, вряд ли. Вот раньше срабатывал такой фокус, сейчас нет. Убиваешь кого-нибудь поблизости, и все срабатывает. Сейчас хрен. Не работает. Поправили разработчики в обратную сторону. Теперь и так не взять. Ну а сюда, я не знаю, стоит соваться сейчас. Просто толпы этих паучков. И я один здесь. Ага, вон еще кто-то стреляет. Ну ладно, пока там кто-то есть, надо прорываться. Какие-то они вообще спокойные. Вон чемодан, видите? Пустой. Да что же ты? Ладно, надо резко подниматься. Да что ты, бляха-муха, быстрее! Все, убежал вроде. Плохо здесь у одного. Только он садик вылазит. Вот еще, лучше сначала проверить. Ага, пустой. Пустой.
последний чемодан в этом садике. Оружие не закрыто. У меня еще и патроны кончились. Офигеть. Нормально. Ладно. Отлично, блин. Все, последний патрон. Как же я так не заметил-то? Да, нет патронов. Ладно, пойдем сейчас. Он тут нам поможет пробежать. Вот последний чемодан. Не берется. Ну ладно. Вот такая жопа бывает с этими игрушками. Вот поэтому не так-то просто, как раньше. Раньше можно, даже если они не поднимались, но отменил, опять пробежался по известным местам. А теперь так не получится. Так, ну что, надо идти патроны купить. У меня и денег-то нет на патроны. Игрушки теперь ясно где, но подобрать их невозможно. Вот это еще баг дурацкий, никак не это не поговорить с NPC, пока не отключишь модели, а модели отключаются только в безопаске, естественно. Так, хватит на пачку патронов. Банку эту забирай, бутылочку. 1000. Волосы тоже забирай. Ладно, пойдемте купим патрончиков. Синемордый. Отвлекайся. Собак. Да, жопа, конечно, с этими игрушками. Вот такая вечно вот. Жопа с ними. Редко, что они легко находятся, эти игрушки поднимаются. Обычно и найти их трудно, и подобрать невозможно почти. Но этот квест, он репутацию бандитам дает. Чтобы они не стреляли вас. Так, что тут у тебя есть? 1270, по-моему, нужны и вот эти. 1200, хватит. Так, а сколько там в пачке? 27 патронов всего. Ну-ка, давай-ка еще одну пачечку. Ну, теперь хватит. Вторая попытка подобрать. Не знаю, получится, нет. Места известны. Только никак не подобрать. Я тебя в жопу. Ну вот что тебе надо? Прицепилась.
Места, главное, не опасные такие. Ну вот здесь только могут паучки есть сильно задание. Напасть. Автоматы опять в матрице. В это здание лезть хоть не надо. Так, надо пистолетик выбрать лучше. Ну не берется. Ну вот видите. Даже не знаю, проходить этот квест или закончить на этом. Ну, смысл, в общем, понятен, я думаю. В принципе. Вот. Попробую еще убить кого-нибудь сейчас. Так. Не возьмется, значит не возьмется. Так, вот один паучка. Хрен. Ну, не работает. Все, бесполезно. Ладно, на этом мы закончим квест игрушку. Все места я показал, где я знаю чемоданы. Ну а бороться с этими багами, хрен его знает, как их победить. Убийство мутантов не помогает. Раньше помогало, ну, видимо, разработчики поправили эту недоразумение. Ладно, все, на этом закончим. Конечно.